На северной границе Украины активизировались диверсионно-разведывательные группы россиян. Наиболее напряженная обстановка в Сумской области, сообщает Государственная пограничная служба Украины. Но ситуацию наши воины держат под контролем. Кроме того, постоянно отрабатывают различные сценарии по предотвращению диверсий противника. Противник будет двигаться с того направления. Они вступают в бой, подавляют противника, передают координаты. После этого начинается артиллерийский огонь. По легенде учений, пограничный отряд заметил диверсионную группу, пересекающую границу. Боевая задача – установить координаты и ликвидировать врага. Бойцы направляются в сторону условного противника под прикрытием брони боевой машины и дыма от шашек. Воинам известно о двух целях – наземной и воздушной. Это может быть БТР и ударный дрон или же самолет противника. К работе приступают зенитчики и артиллеристы. При поддержке минометчиков. Пехотинцы зачищают участок. Бойцы признаются, контрдиверсионные меры трудно представить без применения дронов. Активно задействуем воздушную разведку. На вооружении нашего подразделения имеются беспилотные летательные аппараты с тепловизионными камерами. Это наша украинская компания пишет программное обеспечение, позволяющее нашим бойцам работать более эффективно. Многие бойцы, ныне служащие в Северной операционной зоне, участвовали в боях на востоке и юге Украины. Оказался на запорожском направлении. Знаменитое контрнаступление. Было интересно. Сейчас подготовка и тренировка, чтобы оставаться в тонусе перед грядущими боевыми действиями. Боец с позывным «НА» на учениях впервые знакомится с крупнокалиберным пулеметом американского производства. «Браунинг М-50. Хоть старушка, но работает. Я пеший, больше пулеметчик. Сейчас получил крупнокалиберный пулемет». Все эти люди – настоящие герои, за плечами которых опыт. Этим опытом они делятся с другими военнослужащими. И таким образом мы постоянно работаем над поддержанием формы. Отличное попадание в имитацию средства воздушного нападения от мобильной огневой группы, точная стрельба минометчиков, противотанковых орудий. Все это в комплексе дает мне понимание, что воины очень хорошо подготовлены. Учения украинских бойцов в Северной операционной зоне проводятся постоянно. Подготовка будет продолжаться и в дальнейшем, чтобы каждый воин смог усовершенствовать свои навыки ведения боя.